Ребятки, я заприметил, судя по всему, заброшенный храм. А сейчас я к нему сворачиваю. Ну, люблю я заброшки. Так, а что тут, разрыв есть? Люблю, не скрою. Там ребятки ремонтируются. Жуть, жесть. Там кто-то идет. Так, что, успеем? Мы перед ним. Вон. Вон кто идет. Сейчас вот здесь его должно быть видно, по идее, с этого поворота. Вот где-то он здесь. Я здесь какое-то сельцо. Давай чуть дальше продвинемся. Что-то мне по очертаниям понравилось. Все-таки храм, это, конечно, вообще приятная для глаз вещь. Вон он. До него не так-то уж и рядом. Ну ничего. Маленько ушли с маршрута, не страшно. Да, вот, посмотрите. Видимо, он заброшенный. Как бы так. Сейчас мы его немножко поснимаем. Между тем, зачетный был терем. Зачетный. Тут какая-то база. Вон он там на горе стоит. Так, как нам к нему подобраться? То. Я думаю, не сюда. Давай вот через этот. Река Сосенка нам уже попадалась. Смотри, очень живописный мостик. Проезжаем. Я думаю, что сейчас мы к нему и подберемся. Да, вот мы к нему и подобрались. Ну что же. Очень радует мне сердце. Смотрите следующее видео.